Сейчас создаются рабочие места как на селе, так и в городе. Для молодых людей есть специальные программы, которые, безусловно, должны стимулировать людей для дальнейшей работы, для того, чтобы остаться в своем родном регионе, жить, работать, развиваться, создавать семьи и работать далее. Также создаются различные программы в сфере образования, в сфере культуры, в сфере демографии. Я уже еще раз хочу подчеркнуть, что Республика Мордовия вошла в топ-10 по развитию культуры в регионах Российской Федерации, поэтому я надеюсь, что Владимир Владимирович еще что-то может посоветовать или сказать, или, возможно, что-то решить для того, чтобы демография в регионах Российской Федерации была на хорошем уровне, и чтобы наши народы жили в каждом регионе в мире, в добре и согласии, и демографическая ситуация способствовала этому направлению.